Сегодня я хочу поговорить с вами о настоящих отношениях, о тех отношениях, где вас ценят, уважают и любят. Прежде всего, это такие отношения, когда вы на связи каждый день со своим любимым человеком. Пусть даже он работает, пусть даже он очень сильно занят, но он всегда находит время каждый день позвонить вам, написать вам, либо встретиться с вами. Если в ваших отношениях этого нет, не стоит тешить себя иллюзиями. Ваши отношения либо разрушающиеся, либо вы находитесь в конфликте, либо вы не так интересны своему молодому человеку, как вам кажется. Что же в таких случаях следует сделать? Прежде всего, оценить ситуацию, спросить у самой себя, зачем я притягиваю таких мужчин, которые со мной на связи не 24/7. Почему они меня игнорируют? Почему я выстроила эту дистанцию? Либо со мной человек находится на дистанции. Далее оценить эту ситуацию и сказать самой себе, а устраивают ли меня такие отношения? Если нет, думаю, не стоит тратить свое время на того молодого человека, который вас игнорирует, который с вами не проводит время. Сосредоточьтесь на того, который будет полностью поглощен вами, который будет вами увлечен, который будет вами интересоваться, который будет с вами проводить время. Возможно, он где-то рядом, либо вы просто еще не встретили его. Позвольте себе быть любимой. Позвольте себе быть той девушкой, о которой хотят заботиться мужчины, за которой они хотят бегать, увлекаться вами. И если вдруг вы почувствовали, что в этих отношениях вам неприятно, дискомфортно, вам кажется, что вас используют, это вам не кажется, это так и есть. Ищите своего человека. На свете очень много людей, несколько миллиардов. И я считаю, что среди них есть тот самый, который будет на связи с вами, который будет любить именно вас. А вот эти все долгие ожидания, когда он мне прозвонит, когда он мне напишет, они просто истощают вашу психику. Не стоит жить в этой иллюзии. Бросьте ее раз и навсегда и сосредоточьтесь на самой себе. И тогда вы поймете, что вы самая красивая, самая обаятельная и самая привлекательная. Но для тех, кому это сделать сложно, приходите ко мне на консультацию, я с удовольствием помогу вам. Я принимаю как онлайн, так и в кабинете. До встречи, друзья мои, и будьте, девушки, счастливы!